Именно заниматься проектом я себя мотивирую на таких мероприятиях, потому что я прихожу, и люди реально, в том числе и менторы, не только участники, они смотрят на проект и говорят: да, перспективы есть, это перспективный проект, нужно просто работать, еще раз работать. На протяжении 4 дней была очень плодотворная работа, было много эмоций, были радость, что что-то новое появилось в проекте, были, наоборот, там разочарования после очередной презентации менторам, когда они засыпали вопросами и говорили, что все плохо. Если есть идея, нужно найти того, кто разделит эту идею с тобой, и начать делать. На дайвинге вас могут научить представлять идею уже непосредственно как бизнес-проект, чтобы она была доступна простым людям, которые не связаны химией, показать плюсы, недостатки, ну и, естественно, финансовые преимущества какие-то своего проекта. Нужно совершенствоваться, как-то обучаться, самореализовываться, чтобы находить какие-то новые возможности для реализации своих идей.